Игровой канал Ивана Фолиота представляет. Посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Всем большой привет, дорогие друзья. Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. 16-я часть прохождения метро Last Light. Не слышат. Живут и не живут. Очень странно. Своего рода призраки, да, здесь у нас. Что у нас происходит? Пощадили мы товарища Лесницкого в конце предыдущей части. Продолжаем наше путешествие вот по поверхности вместе с нашим новым другом. И эта серия оказалась немножечко короче, чем вот, я ожидал. Вот, и состоять она будет в основном из наших прогулок. Буду впереди. Давай-давай. Наших прогулок и любований окрестностями разрухи вот этой, которая здесь, собственно, нашему взору предстает. Ко всему прочему, идет дождь. Очень атмосферно по-прежнему. Я буду в каждой серии это говорить. Возможно, парочку мест я здесь пропущу, но такие самые основные, во всяком случае, хотя бы папочки мы, дневники вот эти вот с мыслями Артема постараемся отыскать, ну и пособираем патроны и вообще все книжки, которые нам тут предстоит найти. Так, собственно, у нас первый дом. А в нем облом, как говорится. Опа. Вот такие, в общем, глюки нам будут встречаться частенько достаточно. Вот, и я думаю, это такая у нас будет одна из последних, если не последняя, миссия с подобного рода бредом. Ну как бредом, вот этими всеми воспоминаниями, призраками и тому подобное. Так, ну вот такие вот послания нам тут будут сейчас по всему городу разбросаны, я думаю. Но что-то за них ничего не дают. С пышечек я имею в виду. Что страшного, будем слушать, будем ходить, будем наблюдать. Главное не нарваться на какую-нибудь... Слушайте, какая красота, господи. Какие, как прорисованы дома. Я вот реально такое ощущение, как вот там нахожусь. Вот я, знаете, я вот подобные атмосферные ощущения, скажем так, такого полного погружения и присутствия, испытывал, наверное, пожалуй, еще вот в игрушке Dear Esther. Вот именно детализация тамошняя, которая на Source, на движке, да, Half-Life-овском, если мне память не изменяет, она там, хоть уже, конечно, немножечко устаревшая, но, тем не менее, когда там оказываешься в пещерах, может, кстати, какой-нибудь я попробую в Dear Esther поиграть, она у меня еще до сих пор, кстати, сохранилась. Она такая прям совсем там индюшная, короткая там на пару часов.
Но незабываемая, просто она меня до глубины души поразила в свое время, когда вышла. Вот именно своей вообще глубиной проникновения, вот погружения вот в этот вот остров и в эту вот пучину одиночества. Ну ладно, не об этом сейчас речь. У нас сейчас немножечко другая пучина. И она уж совсем не одиночество. Мы здесь с Черным наладили контакт. Что-то меня здесь, блин, просто радиацией захрюкало. Лечиться. Ладно, сейчас сам постепенно вылечится. Неохота тратить адреналин. Как адреналин может радиацией вылечить? Непонятно. Ну вот в хардкорных вот этих всяких модах в том же самом сталкере, вот там, по-моему, как вот это все тоже стало предусмотрено. То есть там на определенные раны нужно использовать определенные медицинские, в общем, препараты разные. То есть если там вас поразила радиация, надо хоть стимпак, что-то в этом роде. Стимпак это, по-моему, в Fallout'е, но все равно. Короче, какие-то вот эти вот антирадиационные всякие медицинские использовать. Здесь же нет. Здесь от всех видов ран только существует у нас адреналин. Rush, хочется сказать, но он даже не rush. Сейчас мне что-то еще, знаете, напоминает чем-то Last of Us. Вот, когда мы там тоже по всем этим заброшенным домам лазили, разглядывали. О, папочка вижу лежит. Сейчас заберем, почитаем. Нам опять идти поверху. Здравствуй снова, Москва. Город-склеп. Город-павший герой. Город, от которого отлетела душа. Для меня он больше не родной. Ему родной город остался в прошлом. Но он родной для маленького черного. Как странно. Да, действительно странно. Ну как? Понятно, во всяком случае. Вот этот маленький черный, он все-таки, знаете, больше олицетворяет собой какого-то пришлого, пришельца вообще с другой планеты, с других каких-то миров, нежели продуктом эволюции, скажем так, человечества, связанного с катастрофой. Так, вот смотрите, как красиво сразу. Решили разбавить на яркими красками разработчики сию локацию, но тут ты опять видишь? Все мрачно. Маленький человек здесь ищет другого человека, не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маму. Ну, возможно. Он не ищет чего-то там, но... Как много вы сделали этих штук? Опять нашел. Патроны-то? Буду близко. Спасибо, дружок. Ты прям как Элли и Элизабет в Last of Us и Биошоке, соответственно. Хотя Элли там особо, нам, не помню, патронов так часто, как Элизабет, из этого случая не приносила. Ну да ладно. Посмотрите, какая вообще просто потрясающая картинка, а. Казалось бы, да? Такая запертая локация, ну что тут такое? Ну почему-то вот качество картинки у меня до сих пор вот вызывает какие-то неизгладимые впечатления. Ладно, что-то я... Ну просто это сама миссия сейчас, это сама глава. Такое ощущение, как будто сделан краски для этого, чтобы вот походить, порецезреть, по... медитировать, что называется, в просторах. Я бы даже сказал, на скудных просторах этой игры. Правда, здесь, конечно, не хватает, не то, что не хватает, нету объемных таких больших локаций. Не знаю, нужны ли они здесь или нет, но эту игрушку, конечно, тянет сюжет в этом плане, то есть... Интересно, чем все закончится. Интересно, как мы сами на сюжет повлияем. Вот в этом плане
хоть тоже, опять же, я бы не сказал, что такой прям в богатой, наверное, больше таки в скудной форме, но разработчики дают какую-то хоть нелинейность. Так, что-то тут текстуры проседают, но это на самом деле уже глюки. Не мои, игровые. Преломление вот эти света иногда создают такой, знаете, искажают текстуры. Такая молния отражается там красиво так. Ничего здесь я пока не вижу. Нам вообще сюда что надо, да? Так, вот куда-то мы тут вылезли. Стоп, а проверить там вообще-то еще можно вот. Вот здесь вот есть небольшой такой зал. Не зал, а что это такое вообще? Закуток, короче. Вот в этом закутке. Ух ты, смотрите, какая страшная. О, смотрите, монстр. Ни хрена себе, ты что, оборзел, что ли? Туда же нельзя пролезть даже. А убивать его тоже, по-моему, нежелательно, ибо на концовку может повлиять. Вот, смотрите, здесь Хельсинг с ЛЦУхой лежит. Можете взять. Я не хочу брать Хельсинга, мне Сайга нравится, она веселее. Хоть и патроны. У Хельсинга просто хорошо, у него патроны бесконечные, но он пневматический, его надо постоянно заряжать. Как вы помните, как я это делал в метро 2033. Не сразу, правда, сообразив, что надо его заряжать, потому что как-то так не пользовался до этого этим Хельсингом. Поэтому думаю, что он бьет одинаково всегда. Одинаковый бонус. Но нет, это оказалось надо. Воздухом его. Как водяной пистолетик. Так, ну что, давайте мы здесь все смотрим. Нет, еще не все. Вот еще здесь есть, смотрите, местечко какое интересное. Кто это там играет? Черный, что ли? Залез. Не, это призрак играет. О, смотрите, как круто. Вот, конечно, смена декораций на красочные вот эти вот довоенные воспоминания. А, не, правда, черный играет. Красиво. Так вот, как это называется. Музыка. Теперь буду знать. Кто тебе сказал, что это музыка называется? Это, конечно, называется музыкой, но... Любопытный какой детеныш. Главное, откуда понимает это все. Ну, они сообразительные. Они ангелы. В какой-то степени, как их называет хан. О, чуть не забыл. Патрончики. О, патрончики! Все тут уже, смотрите, мхом поросло. Всякие травки, буравки тут растут. Но больше ничего нету, к сожалению. Ладно, выходим наружу. Все равно зато интересно лазить по вот этим всем закуткам, вот этим всем квартиркам умершим. Странно. Блин, что ты так пугаешь? Глазам не видно плохо. Тени видно лучше. Блин, не видно. Ну, вон демон летит, блин. Интересно, что это за улочка? Это тоже как центр? Может, возможно, где-то в районе Полянки, что ли? Я что-то не соображу никак. Вот такой вот у нас центр Москвы, конечно, такой очень узенький. Домишки там стоят прям. Блин. Ой-ой-ой, ты что такое-то? Ты... Фу, ёшкин кот, чуть не сдох. Вы представляете, а? Посмотрите, как он мне просто перекоцал. Мало того, что, считай, машина сбила, да? Так он еще гнида отпрыгнул. У меня еще не хотел переключаться с этого. С нашей карты. Зажигалка. Так, там эти монстры. Надо сейчас сперва сейчас от них пошифроваться. Так, вот здесь, смотрите, что-то есть интересное.
Опа, моется какая-то там женщина. Подглядывать нехорошо. Там скелетом не стоит теперь в душе. Нет, не стоит, лежит. С оружием. Ух ты, это что такое? Снайперская, что ли, еще одна винтовка? Какая-то, смотрите, прям новая. Ух ты. Это, наверное, вот для этой дрыны патроны такие толстые, да, нам? Я уверен, что, конечно, мне уже давно-давно в комментариях написали, для чего эти патроны нужны. Наверное, вот как раз для этой винтовки. Но я брать не хочу, честно говоря, с собой. Ибо мне она кажется, что будет похожа очень на вон ту винтовку снайперскую, которую мы находили чуть ранее. А стрелять-то нам на большие расстояния особо-то и не приходится в этой игре. Это вам не сталкер. Две карты гигантские локации. Здесь все узенько. Так, вот тут монстр его валяется. Ой, ёж, ты что ж ты меня опять пугаешь? Кусочек жизни. Тебе пригодится. Кусочек жизни. Адреналин. Я скоро. Давай-давай, дружок. Ой, ёп, да что ж ты... А, он спал здесь, гнида, ёп. А я думал, он... Я думал, ты мертвый. Ты гнида. Меня пугаешь. Конечно, неудивительно, что ты меня пугаешь, но... И так же по-дански-то. Хорошо, в Сандару. Хорошо, люблю, когда с одного выстрела укладываются. Особенно, когда кучные сайги бьешь, там прям аж кровь разбрызгивается от мощности залпа. Сайга хорошая вещь. Так, я как-то там забраться нельзя. Наверх тут, конечно, от машин, от этих, от остовов. Радиации ей, будь здоров. Так, она вообще куда? Нам туда надо, значит. Давайте заглянем вот в эту вот арочку. Смотрите, валяется здесь фильтр. Чуть-чуть, если назад отойдете, там будет вход в тайное убежище. Там можно запись магнитофона послушать. Я ее... Ребятки, не записал, как я ее прослушал, потому что... Как много вы сделали этих штук? Опять нашел. Потому что я очень буду сильно близко. Увлекся здесь поиском именно папки с дневником. Раз уж мы все их собирали на протяжении всей игры, считайте. У нас уже игра медленно, но верно движется к завершению. И эта 16-я часть получилось своего рода, как я уже говорил, промежуточный такой, знаете. Мы здесь будем лицезреть. Так, что там? Ох, смотрите. Ракета пошла. Слушайте, что тут мне жуть, так надо гонять. Как мою семью. Вот как это называется. Ракеты. Запомню. Ладно, хватит уже нам напоминать об этом. Ну как же, я просто не хотел бы ни в коем случае оказаться вот в своей жизни, увидеть, как пойдут ракеты. Ведь потенциально шанс существует того, что я могу это застать, и того, что вообще это случится. Потому что ядерное вооружение, которое есть у всех сверхдержав, так называемых, оно способно просто стереть в порошок все города с лица земли. И очень велика вероятность, что человек сам себя, скорее всего, уничтожит. И комета там какая-нибудь упадет на нас, или плато это подземное там поменяется, все передвинется к чертовой бабушке, типа как а-ля 2012. Если помню, то этот фильм смотрел, там катаклизм. Уничтожили планету всю. Причем обычные люди, такие как вот я, как большинство моих зрителей, такие обычные житейские люди, не те, кто там у власти стоит, они, скорее всего-то, и падут первыми. А те, кто у власти, у них там тепленькое местечко-то заготовлено, у них возможности побольше. Убежище себе какое-нибудь соорудить.
тайное, такое секретное. Так, вот еще одна комната, кстати, с магнитофоном. Это третья комната, ребятки. Повторюсь, вторую я пропустил. Дома вокруг хорошо сохранились. Здесь я вам, к сожалению, не покажу это. Попробую осмотреть все внимательней, но по первым прикидкам ничего особенного. Хотя для промежуточной базы место хорошее. Ну, по правде говоря, там особо ничего интересного нету. Серый, Жора, уходите отсюда. Если услышите это, уходите немедленно. Я отбегался. Там вот тоже такое же подобное сообщение. Возможно, когда прослушаю эти все три записи, вот тогда вы и получите вспышку. Так, ну, еще раз слушать, этого смысла нету. Двери здесь не ломаются. А может быть и не дадут вам вспышку, не знаю я, ребятки. Ну, я вам сказал, где находится, кто играет, параллельно со мной или... Или. Ну, так или иначе, если кто-то даже не имеет возможности, у вас не получится посмотреть, послушать. Извиняйте. О, фильтр нам еще чувак припас. Я буду рядом. Спасибо тебе, дорогой. Так, ну вот мы, в общем, подгребаем потихонечку уже. Что такое? Смотрите, уже солнышко прям взошло, да? Это типа утро раннее у нас, что такое? Или... Не пойму я. Так, вот здесь есть скрытый контейнер. С патронами этими убойными. Но вот то оружие прям было уникальным. Я его не помню, чтобы где-то продавалось оно. Видите, все-таки, значит, есть здесь уникальное оружие в этой игре. Так что, кто захочет, берите, конечно. Я не захотел брать. Мне не очень нравится снайперские винтовки в подобной игре стрелять. Ибо здесь все коридорно, узенько в большинстве своем. Да и убивается все не так уж сложно. Убойность это она здесь, знаете, такая. Она здесь аннивелируется все-таки точными попаданиями. Попал в голову труп, неважно из чего. Хоть из пистолетиков там обычного стреляй. Не знаю, хорошо ли это, плохо, но во всяком случае... Здесь нужно вверх. По... Органический, лестница? Живой организм. Теперь знаю. Так да. И должен реагировать на выстрелы. Особенно из... Оружие калашниковых всяких там, револьверных. Там крылатая. Будь осторожней. Крылатая. Бам. Аккуратненько залазим. Так, возможно, кстати, тоже вот этот момент сейчас будет влиять на концовку в какой-то степени. Здесь такой очень интересный момент. Смотрите, какой вид открывается, да? Здесь, короче, этот детеныш вот этой вот демонши. Видите? Так, ну-ка давай-ка улетай отсюда нафиг. Сейчас он взлетит. И мы подгребем. Там просто папочка лежит с этим самым. Ну, мы поняли. Не с записями Артема. Сейчас. Вот он улетает. Он понимает, что мы ему не причиним, не угрожаем. Хотя я бы... Не знаю. Странно. Можно, конечно, подбежать, быстро схватить и убежать, но тогда есть большая вероятность, что он у вас просто коцает. Ну давай, улетай уже нафиг. Спасибо. Так, вот он улетел, оставил своего детеныша, что странно, кстати говоря. Видите, он там на нас тоже скалится, засранец. Так, бежим быстренько сюда в будку, чтобы он нас там не затюкал. И можно почитать. Видите, уже даже... Так, заметка 2. Черный. Я видел в нем ангела. Он просто ребенок. Я думал, что если это он... Что если это он будет нас судить? Если ему решать, жить нам или исчезнуть. И поэтому я боялся его. Боялся, что тот путь, который он проделал через метро, заставит его вынести человечеству смертный приговор. А теперь мне просто стыдно. Стыдно за всех нас. То, что мы за то, чем мы стали. История человечества не должна была кончиться так. Ну да, Тему хоть мучают угрызения совести. Слава богу. Я думаю, Хану там и кается сейчас. Хоть он как-то его сумел переубедить. Плюс еще все вот эти вот действия, которые совершает малыш этот. Все-таки заставляют задуматься. Он до сих пор не понял, что умер.
Думает, что сейчас придет мама. А она не придет. Никогда. И ко мне тоже. Потому что вы всех убили. Да, 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 я знаю. Зачем ты еще раз об этом говоришь? Мне стыдно. Очень стыдно. Ну, не мне, а Артему. Я от лица Артема буду говорить. Но ничего же сделанного не воротишь. К сожалению. К сожалению. Так. Ать! Блин. Вспышку дали. И всем привет. Ну, тут она нам по-любому дается, так что... Можно особо не изгаляться. Во, смотрите, есть нычка здесь. Дымок пустил. От чего, интересно, этот дымок идет? От противогаза? Так или иначе, меняем фильтр. Ибо у нас их в избытке. Так, вот, в эту дырочку прыгаем. И нам сейчас предстоит пройти по туннелю. Мы здесь с Павлом случайно уже не шарились вначале в самом. Хотя не уверен я. Покупайте мороженое. Да. Офигенная реклама. Да, я уже говорил, да, плакатики, когда там из кадра поднимаешься. Рыба там, рыбу рекламируют. Ну-ну. Это не тень. Ты сам. Давно. Очень давно. На палочке давно. Давно на палочке. Давно на палочке. Палочки ел я из кима. Так, здесь нам не выбраться. Хватайте патроны. Можно оглядеть. Блин, темно как у... Видите, блин, еще погас. Зараза, назло. Погас свет. Ну, значит, здесь у нас тени и призраки опять будут нас сейчас будоражить. Главное, чтобы никакой монстр нас не будоражил, сзади не подошел и не пробудоражил нас так, чтобы у нас там кровь текла потом всю оставшуюся игру. Так, блин, да что ж такое-то? Что ж вы так страшности-то на меня нагоняете? Так, сюда ли нам? Сюда ли нам? Что-то ничего не валяется полезного. Только зажигалочкой приходится чиркать постоянно. Спрыгиваем, друзья мои, сюда. И я думаю, на этом сейчас нам пора заканчивать. Поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал. И ждите следующего выпуска. У нас остались такие самые кульминационные моменты. А с вами, как всегда, был Фолиот. Всем до новых встреч. Большое пока.